комментарий по сегодняшней игре? Ну, что можно сказать? Начали уверенно, в принципе, вот. Хорошо выходили из зоны через пас, сделали много хороших бросков, а во втором периоде немного сдулись, чувствовали себя сами как в своей тарелке, вот. Но потом собрались, и звено зеленое, звено Володьки Шихонова забило хороший гол, третий. Вот, и все наладилось, и немного сыграли на оборону, и выиграли этот матч. Mm-hmm. Ребята сыграли очень здорово, и тренера тоже поделали очень хорошую работу. Подбодрили нас вовремя, после второго периода. Как здоровье, потому что сегодня играл, да, в защитной маске, доставляло, может быть, какой-то дискомфорт? Здоровье нормально, слава богу, вот. Ну, недавно попали два раза в лицо на тренировке и в игре. Вот, ну, все бывает, и иногда приходится играть через поле, так что ничего страшного. Ты в команде уже достаточно давно, у тебя много игрового времени, ну, относительно много, да, пока ни одной шайбы, скромная результативность. Не давит это психологически? Давит, конечно, и как-то тоже стыдно перед болельщиками, перед командой, вот. Ну, в принципе, стараюсь каждую игру выходить и показывать, что я полезен команде. Я не знаю, конечно, как силовыми приемами, может быть, лечь под шайбу или постараться сыграть как следует на команду, вот. И надеюсь, в дальнейшем как-нибудь получится и забью свое. Ну, как бы ты больше забивной формат, что тебе ближе, и какая вообще у тебя роль была в Америке, когда ты играл до возвращения сюда? Ну, в Америке, в принципе, я был бросающий нападающий, вот, всегда играл, как сказать, на пятаке, вот, бросал очень много, так что, не знаю, дай бог, забью свое, вот, так что очень скучаю по тому, как забивать шайбу. Сегодня в третьем периоде, насколько я поняла, посадили тебя на лавку, были какие-то претензии со стороны тренерского штаба или пока ничего? Да нет, ну просто, как сказать, сыграли неуверенно во втором периоде, пропустили шайбу, вот, и, как сказать, ну вся пятерка виновата, вот, никаких обид нету, все бывает, вот, и команда слабо выиграла игру, и никаких обид нету, будем работать над своими ошибками. Лога сейчас выглядит достаточно, ну, уверенно фаворитом на Западе, вообще следишь за какими-то командами и вообще считаешь, можем ли мы с ними побороться, потому что серьезно, конкурент как-то. Да, конечно, Лока, в принципе, очень сильная команда, здоровая, быстрая, вот, и очень много хороших команд, как КМВД и Красная Армия, но я считаю, что у нас есть большой шанс побороться за первое место, потому что у нас сейчас очень много побед подряд, вот, и мы стараемся удержать эту хорошую традицию, вот, и дай бог, что у нас все получится. Еще относительно твоей игры, после возвращения из Америки, удалось ли тебе полностью перестроиться, да, адаптироваться, может быть, еще с этим какие-то есть? Ну да, есть немного, конечно, моментов, на которых нужно работать, потому что в Америке все-таки площадка поменьше, вот, и, конечно, намного больше возможностей, чтобы бросать или создавать какие-то моменты, потому что площадка, как же повторяюсь, намного более меньше, и много отскоков от вратаря, вот, и силовых приемов, и легче держать шайбу в зоне. Вот, ну ничего страшного, у нас хорошие тренера, и я считаю, у нас очень хорошая система, так что будем работать над этим. А стиль какой тебе больше ближе, на каких площадках играть? Ну, пока что, скажем так, конечно, на канадском, но, в принципе, первый сезон здесь, и как бы стараюсь, и учусь у своих партнеров, вот, очень много хороших игроков, как Константин Шипунов и Саша Рямов, вот, и Володька Першихонов, который постоянно подсказывает на тренировке, так что все хорошо. Недавно закончился звездный уикенд, матч звезд, впереди Кубок вызова. Если бы ты был вызван на такой турнир, как думаешь, вот как конкурс мастерства, да, Super Skills, где ты думаешь, у тебя получилось бы, может быть, что-то? Какая твоя сильная сторона, на твой взгляд? Я бы с удовольствием, наверное, попросил на точность. Вот. И, возможно, наверное, булит, потому что, не знаю, конечно, там нужно мастерство, вот, но и креатив тоже нужен. А я, в принципе, человек креативный, так что, думаю, с этим проблем не было. Спасибо. Спасибо большое.